избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, принесли плод, и чтобы этот плод в вас пребывал. Дабы чего вы не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Обратите свое внимание. Иисус говорит: слушай, если ты имеешь этот плод, имеешь уже, то что ты не попросишь у Отца Моего? Он тебе говорит: а что это за такой плод? Интересно. Вот мы сегодня немножко поговорим об этом плоде, потому что этот плод, он поднимает твой авторитет. Этот плод, вы знаете, он как-то располагает сердце Отца. И Иисус сказал: я вас поставил, дабы вы шли и приносили этот плод. Итак, плод же Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Обратите внимание, вот этот драгоценный плод – это терпение или долготерпение. Итак, обратите внимание, что говорит Библия. Итак, братья, будьте долготерпливы до пришествия Господа. Вот земледелец ждет драгоценный